Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о шинах Bridgestone. Bridgestone – это японский производитель шин, имеет 155 заводов в 27 странах мира. А в России открытие завода было 25 мая 2017 года в городе Ульяновск. Сегодня речь пойдет о шине Bridgestone Turanza T005, которая не так давно пришла в магазины на российский рынок. Bridgestone Turanza T005 – это асимметричные летние шины, созданные для обеспечения высокой безопасности на сухих и мокрых дорогах, а также для комфортной езды при длительных путешествиях. Эти шины характеризуются длительностью срока эксплуатации, механическим и акустическим комфортом, а также надежными сцепными свойствами в любых погодных условиях летнего периода. На каждой шине есть определенные маркировки. Некоторые сейчас разберем. Есть такой показатель, называется тридвер. Что это такое вообще? Это степень износа протектора шины до максимального значения, которого любая резина вообще подлежит эксплуатации. На данной шине он равен 320. По стандартам показатель в 100 единиц оценивается где-то в 48 тысяч километров. Но сильно упорно это делать не нужно, так как манера езды у всех разная. И дорожное полотно тоже. То есть рекомендуют снижать этот показатель примерно в полтора раза. Реальный пробег с индекса 100 будет равен 36 тысяч километров. Ну, а вообще данные шины сделаны у нас в Испании. Это особенно понравится людям, тем, кто не любит, когда шины сделаны в России. Что хотел бы сказать в заключении. Шины мягкие, шуметь сильно не будут, а отвод воды вообще хороший. А компонирование минимальное. По тестам шина себя тоже хорошо показала. Ну, ребят, если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся. Ну и самое главное, это удачи на дороге.